Всем привет, с вами снова славный Дружа Обломов. Как всегда, я понятия не имею, почему люди смотрят анбоксинги разного барахла. Тем не менее, мне что-то пришло с JD наконец-то. Нифига, кстати, не за неделю пришло, но достаточно быстро. Так, понятия не имею, зачем вы смотрите это, но, видимо, вам это нравится. А я буду показывать вам, что мне приехало. И, честно говоря, я знаю, что приехало с JD. Вот, а что, ну это не реклама JD, хотя если бы они заплатили, это была бы реклама, а так просто от них приехал что-то. Отлично! Это, друзья мои, крышки для макбука. Вот, то есть это, во-первых, вот такой вот вельветовый, как сказать, чехол. Не знаю, сейчас, у меня там вообще автофокус. Manual фокус, пофиг. Вот такой вот вельветовый чехольчик для мака и пластиковые крышки, чтобы ваш мак не царапался, который я сейчас поцарапаю ножом. Вот. И чуть такое жесткая прокладка, чтобы они не проминались. Но очень приятный матовый пластик, через него будет просвечивать яблочко на макбуке. Ладно, это первая ссылка. Тут что-то пипец тяжелое. Сдается мне, что это наконец-то пришел стабилизатор, который у меня уже... Да! Это стабилизатор для GoPro, который у меня уже есть, который мне прислал мой друг, а этот я, наверное, продам на Авито или оставлю про запас, потому что все дорожает и время закупки барахла. Ну, собственно, я на него уже делал обзор, поэтому что-то показывать. Такая штука. Вот, какие-то подарки еще. Окей. Это какие-то крепления, переходники на что-то. А, это для телефона, что ли? Я не совсем. Ну, ладно, шут с ним. Так, а тут что-то тоже тяжеленькое. Люблю тяжеленькие посылки, это значит, что в них не какая-нибудь хрень. Это у нас Xiaomi, не помню, что это я заказывал. А, это Powerbank, что ли? Если это Powerbank, значит, он шел миллиард лет просто. Коробочка, в ней еще коробочка, в ней... Ну, давай же, открывайся. Смотри-ка, да, наконец-то дошел Xiaomi-вский Powerbank. А, кстати, неплохие относительно Powerbank'и у Xiaomi, если что. Вот. Так. И последняя посылка. JD. Вот. На самом деле это должен был быть новогодний подарок одному человеку. Вот, но Новый год уже прошел. Посылка пришла после Нового года, потому что на почте полная жопа. Сейчас посмотрим, не обманывает ли нас JD. Запаковано. И это, друзья мои, телефон 1 плюс X. Вот. 1 плюс X. Так сказать, альтернатива. Ну блин, унимайся. Прикольный, кстати, относительно небольшой телефончик. Слушайте, а реально прикольный телефончик. Реально размер такого. Не знаю, можно ли сравнить его с айфуном. Да, смотрите, его даже можно сравнить с айфуном. Он чуть побольше, но такой тоненький, скромный. One Plus X. А вот, собственно, и весь анбохинг. Блин, прикольно, кстати, Xiaomi запаковывают свои. У них все такое стильное, блин. Смотрите. Реально. Свэг. Блин, фокусируйся. Я вам не фокусируется, да шут с ним. А, с вами был Слава Дужавлом. Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока. На самом деле пришло все, что я хотел. Там еще какие-то мелочи есть, но ладно. Потом.